Итак, друзья, тестер на омах стоит. Все, тестер стоит на омах, видите. Все, показания. Вот ноль закоротил. Ноль закоротил. Получается 0,25. Так, теперь. Звонки лучше. Нет, на умах. Вот. Теперь лампа. Значит, называется лампа. Сейчас покажу вам, как. ВО-188. Значит, год изготовления. Сейчас попробуем увидеть. Год изготовления 44-й год. Вот 44-й год. Так, проверяем. Значит, пошли по всем ножкам. А, во-первых, накал сразу. Два с половиной ома. 2,4, 2,5. Остальные показываю. Не звонится, как видите. Все в порядке. Это накал. Следующая лампа у нас. К сожалению, название никак не поймаю. Вот. Значит, 1953 год. И вот название. ВО-188. Сейчас резкость наведу. ВО-188. 53-й год. Так, звоним. Так, положу, чтобы не отсвечивало. Не звонится. Так, вот накал. Вот накал. Четвертая тоже не звонится. И вот эти прозвоним. Тоже замыкания нет. И на это тоже нет. Так, это 53-й год. Так, следующая лампа. Сейчас поймаю резкость. Вот, ВО-188. Так, год у нас 46-й. Вот сейчас. Вот 46-й год. Так, проверяем. Звонится,
Не звонится. Не звонится. Так, еще на следующую. Так, с нижней не звонится. Не звонится. Накал. Смотрим. Вот накал. 2,6, 2,7. Так, и последнее. Не звонится. Это 46-й год. 46-й год. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.